С завтрашнего дня, как обещают власти города, соблюдение графика вывоза твердых бытовых отходов в Харцизске наладится. Отчасти решить одну из проблем коммунального предприятия «Харцизкоммунхоз» удалось благодаря помощи из Иловайска. Сегодня в городе работают 4 машины, которые 6 дней в неделю вывозят мусор на полигон бытовых отходов. Как показывает практика, такой напряженный график для условно специализированной техники с условным же ресурсом автомобилей не позволяет постоянно содержать контейнерные площадки Харцизска в идеальной чистоте. Отчасти решить эту проблему Харцизску помогла Иловайская железная дорога. У них есть КАМАЗ. Мусоровоз, который у нас до этого работал в городе тоже по аренде, сейчас он возобновляет эту работу. То есть уже, в принципе, все на финальной стадии. С 1 марта, я думаю, у нас уже начнет работать. Как утверждает Виталий Смык, дополнительная единица техники будет обслуживать многоквартирный фонд. У машины боковая загрузка, которая позволяет забирать мусор как с евроконтейнеров, так и с так называемых стаканчиков. Вывозить ТБО из микрорайонов многоэтажек она будет 5 дней в неделю.